Приветствую вас. Я думаю, что, во-первых, надо бы сначала определиться с тем, что такое добро и зло вообще, глобально. Потому что добро это абсолютный плюс, а зло это абсолютный минус. Это несколько странная позиция, на мой взгляд, вот, потому что все-таки абсолютного добра и зла, я думаю, не существует. Вот. Абсолютного добра и зла нет. Вам не нужно, на мой взгляд, что-либо перерастать, вот. А вам достаточно просто научиться выстраивать личные границы с людьми. Вот. И уметь себя защищать. А если доверять, то доверять себе. То есть доверять в первую очередь себе, не другим людям. Вот. У вас получается, что вы полагаетесь на других людей, а не на себя. Вот. И вследствие этого возникает проблема. Вот. Смотрите. Я росла наивным и милым ребенком. Наивным это понятно, а что такое милый ребенок? Я не умею врать, что не спроси, я говорю. Это искренность? Неплохо. Вопрос только в том, для чего вы говорите. У меня совершенно нет секретов от людей. А если у вас секреты от самого себя? Если пройти ко мне и спросить ключи от квартиры, до скольки я буду на работе, я даже не пойму, зачем это человеку нужно, я скажу, где они, до скольки. То есть у вас нет понимания того, где вы можете себе навредить. У вас нет ощущения защиты себя. Вы не отделяете, как бы, нет личной границы вам. Ну, с этим можно поработать. Я не вижу людей. В смысле? Я слишком добрый человек. Как можно быть слишком добрым? И что такое добрый? Я не понимаю, что... Не понимаю зло, он хочет прижениться к сюрпризу. Или сюрприз устроить, ведь я зла никому не желаю. Что есть зло? В общем, доверчивая, наивная дура. Почему дура? Почему это человек наивный, доверчивый, он дурак? Даже когда случается что-то плохое, после этого я не перестаю доверять людям, а должны? Что такое? Что есть плохое? Вот что есть плохое? Почему так? Вопрос не в том, почему, вопрос в том, как это происходит. Как? Не почему, а как? Это более правильный вопрос. Как мы это перерасти в себе? Научиться устраивать личные границы, как я и сказал. Ведь всегда случается что-то плохое. А плохое это что? Вот вы говорите, что страдают близкие мне люди и я. Нет границы личные, опять же, потому что ваши страдания, это ваши страдания, страдания близких людей, это страдания близких людей, и как бы они страдают по своим причинам, не по вашим, а вы страдаете по своим. Так что здесь нужно разбираться. Разбираться нужно. То есть вы искренне, это здорово, но просто не хватает вот грамотного управления. Вот, то есть я бы сказал, что вот взрослая составляющая у вас, да, составляющая аналитическая, она отсутствует. Ну, ее можно натренировать. Обращайтесь. Я думаю, что мы сможем вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что был полезен мой ответ. Если он понравился вам, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего
Я желаю вам всего самого доброго и удачи.